Рабочую неделю в муниципалитете начали с обсуждения работы блока ЖКХ. Управляющая компания продолжает гасить долги перед ресурсоснабжающими организациями. На очередном совещании заместитель главы городского округа Роман Рязанцев обсудил с коммунальщиками темпы снижения задолженности. На сегодняшний день долг перед теплосетью уменьшился почти на 8,5 миллионов рублей. Чуть меньше поступило от коммунальщиков служб ВД-канал. Муниципалитет ведет активную работу с должниками, в том числе и претензионно-исковую. Так, в суд подано почти 450 писем на сумму почти 19,5 миллионов рублей. Взять на контроль и обеспечить своевременность перечисления управляющей компании денежных средств Муксико-Кавказской теплосети Муксико-канал-сервис. Сотрудники администрации совместно со службой судебных приставов и представителями управляющих компаний регулярно проводят рейды по злостным должникам. Так, от услуг ЖКХ было отключено почти 80 неплательщиков.